Уже известно, что по России будут бить ракетами. И на это уже отреагировал Путин. Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. Как говорит Путин, это изменит природу конфликта. Но есть нюанс. И Storm Shadow, и Атакамс ранее уже применялись по Крыму и якобы новым регионам РФ. Неоднократно. Получается, пытаясь поставить на место НАТО, прочертив очередную красную линию, Путин признал, что есть территория России, которую трогать нельзя, а есть Крым и Донбасс, которые и не сильно-то и территории России. Они то, получается, могут и дальше страдать. И показательно, что ни в Кремле, ни в МИДе не комментировали слова Путина. Понятно, что это была очередная попытка очертить те самые красные линии, но, похоже, линии стали в очередной раз коричневого цвета. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях, а также не забывайте поставить лайк под этим видео и подписаться на канал. У нас тут много интересного.